Флоты авиации союзников бесполезны, пока над островом силовое поле. Вы здесь, чтобы уничтожить генератор этого поля. Конченная несправедливость, блядь, на этом аккаунте. Вообще я не могу, блядь, зайти, нахуй, сижу по полчаса, блядь, а тут с первого раза. То, что нашли колонисты, стоило им жизни. А, прикольно. Чего? Не, ничего, ничего. Да, под контролем. Кто из вас это сделал, я так и не понял. Знаешь, что, блин, все столпились и все молчали. Да, я думал, кто-то другой сделал, типа там, что стояли люди. Надо было сразу обсудить это. Оп, там бот. Оп, хорош. Это тот ходячий, можно делать стелс. Опа, нельзя делать стелс. Кто-нибудь приготовьтесь за ботку сразу убивать. Вот отвернется, когда уже. Помните операцию в Чернобыле? Неплохо, неплохо. Начали добывать цедриум после того, как его запасы на этом острове закончились. Достигнута контрольная точка. Боезапас пополнен. Много лет назад на этом острове, так же как в Чернобыле, произошла радиационная авария. Сейчас АЭС восстановлена и питает силовой щит вместе с пусковой установкой. Никого сбить, но я убить не успела, понимаю. Просто они как бы этот прилетают уже в толху. Не ставь, не ставь, не ставь сразу. Ну, зачем? Блин, на меня вот так. Сильный, сильный. Они же на меня будут загрыть, да, по-любому? Быстрее багай. Спасибо. Машина произвела. Есть шансы. Угу, давай.
Ребята, у вас после объединения серверов пинг не скачет туда-сюда. Здесь только, блядь, проблема с входом в игру со своего аккаунта, это капец. Это 15 тысяч человек очереди или как? Не, слава богу, пока 9 было. А, у меня было 15, представляешь, это я на сколько заходил. А вот на этом аккаунте, вот у главы клана, вообще без проблем. Сразу играть и заходит. Я, короче, вот сейчас, когда было, 9 часов было, да, получается, вечером? Я захожу, у меня 15 тысяч очередь. Мне пришлось ждать 2 серия. Вот у меня тоже у знакомого такая же херня была. Короче, он прождал это время. Потом в игру, короче, заходить. Сервер не найден. А, или потерян соединение сервера, надо потерять. И он заново сидел, ждал. Да, я себе броню не то поставил, сука. Ну так что у них максимум вместимость, это сколько там, 40 тысяч? Смотрел там онлайн. Все, как уж объединили так. Сделай так, чтобы все могли играть. Не 15 тысяч человек ждать. Подожди, я тебя вылечу. Они, мне кажется, не объединяли сервера, а просто на один всю эту толпу скинули и все. Евроальянс вступил в бой. Не, ну аккаунт. И как хотите, если бы... так и не, понимаешь, они же... То и твои бы два аккаунта, которые были, допустим, на Браво, на Чарли, тоже бы удалились. Очень прикол. То, что тут... А. За какой я ящик? Этот камень какой-то зацепился. Бегу вперед и не могу бежать. Что-то сделать? Не сделать? Никак. А попробую. Ты можешь пойти справа, я лево. Или так. Мы. Идеальный момент был, чтобы что-то сделать. Не понимаю, что делать. Ну, с кем-то сделать. Просто с кем-то, все. Ну, говорить это не было заранее. Давайте, я возьму левого. Под пацаном возьмите, я отсчитаю. Под пацаном, да. Раз, два. Опа, тайминг. А, в смысле? Ты чё, куда пошёл-то? На следующем заберу.
В смысле? Ты куда? Что за прикол? Готовы? Раз, два. Придется такую херню, чтобы вот отагрился и побежал. Понимаю. Да, вот так даже лучше как-то проходим, чем ё-моё, с ребятами, которыми конкретно знаем. Вечно, ой, в кого граната прилетела? Я центр возьму. Ну, я лево. Ну, штурмовики возьму центр, а мы со знакомым по бокам. Значит, я беру лево, другой снайп право. Мне желательно со своим стелсом проехать, блин, чё. А, понял, Крышку типа... бросил, все бросил, выкинуло. Да... Конечно, интересно, что там внутри, но лучше сбейте их в воздухе. Мы там был с первого раза прибили. Прямо на... за этим мы шли просто. У-у-у. А чё правую никто не знает? Ну не знаю, второй снайп должен сидеть влево. Ну ладно, может что, пошли поднимешь. Что-то не сделал. Это было близко. Давай по лесу. Я третий пойду. А, мне последним идти. Прикольно. Медик, пойдешь последним? Я четвертым пойду. Заходи. Снап, ты какой мир? Право-лево. Вообще я левый вверх. Снайп, ты прав. А, у нее голосовом что ли? Напишите им кто-нибудь, а? Нет, хиль, пожалуйста. Свернемся. У нас два снайпера, вы можете один даже снять. Снайпер, по-моему, не голосовом.
Я есть шанс, что на ноль пойду просто. Я вообще хочу туда прийти. На основе уже 50. Поставь, поставь. Я право. Я левый верх чекните. Мег, хп, хп, пожалуйста, хп, мег, мег, хп, я тебя умоляю, хп, спасибо. Спасибо, мне это просто. Мне это просто лучший. Я, получается, на третьем мосту за капсулу делаю тысячу. Ой, за ящик. За последним. Правого заднего заберу. Не, так я его заберу, заберу, заберу. Заберу. Что? Что я застопился? Что за бред, блядь? Я буду звонить по трейду. Нет, тут я помогу. Не дергай. Дергайте. Он забагался, забагался, ребят. Сет еще не умер. Сет не умер. Забагался. Что, блядь? Забагался, его будет дернуть. Еще забагался, все дергает. Данные Блэквуд расшифрованы. У меня две новости. Первая, марсианские колонисты еще живы. Вторая, мы спасем их при помощи сетов противника. Наша эвакуация отменяется. Повторяю, эвакуация отменяется. Первый подбежал. Первый, поможешь что сделать третий? Там половину забрать. Я тебе скажу, каких. Это карьерная харакири, капрал. Если из-за тебя сорвется вся операция, пойдешь под трибунал. Генерал, если операция сорвется, Блэквуд... Я в одного делать не хочу рисковать. Право-лево пока забираю, дальше заберу. Блэквуд лишился доступа к системам наблюдения. Не благодарите. Убивайте бесшумно и исчезайте. Двоих сразу возьму. Раз, два. Контрольная точка. Боезапас пополнен. Игроки воскрешены. Ветеран, возьму крест на крест. Кто там? Кто-нибудь крест на крест. Флот успешно отправляет врага в ад. Весь остров поднят по тревоге. Не привлекайте к себе лишнего внимания. Не мешайте противнику ехать на бойню. Ну, хочет соло сделать, пусть делает. Пусть делает, конечно. Немножко помогу, если что. Че, верх он забирает?
Нахуя? А кто там стрелял, блядь? Нахуя ты это сделал? Не знаю, кто стрелял. Ну давайте сюда, что делать теперь. Первый, кто стрельнул, что вы делали? Так а зачем ты стреляешь? Никто туда не стрелял. Нас побо... Как никто не стрелял? Вверх, кто стрелял первый? Я стрельну, чтобы убить баток соло, просто забрать их. Нахуя ты не стрелял? А сказать что, никак? Молчите, блядь. Ну так а зачем? А зачем ты стреляешь? Я тебе с ним просто... Вот если бы попросили. Не просит помочь, ничего, блядь. Лезьте в аттестации, код хуй. Тебя тут щитоносец убейте, пожалуйста. Не, я все понимаю, но хотя бы надо было сказать что-то, блин. Что вы молчите, никто ничего не говорит, ё-моё. Дверь заблокирована. Выбивать ошибку при попытке открыть её. Да мы третий... Мы... Если что-то забыл погнать, тут как делать, не? Я присущ. Чем да так пройдем, блин, че не пройдем, что ли? А ты знаешь, что твой дабл баг, это какая-то смысл. Ну, контрольная точка. Боезапас пополнен. Граната! Тут Яры, ты знаешь, как скипнуть ботов, да? Да, да. Все хорошо. А ты знаешь, чтобы там как сделать, чтобы только 8 ботов вышло? Смотря как он принесет мне. Нормально ты выкинул мину. Слепу ты. Так, раз, два, три, иди. Толкайте его. Там место моя безопасная местечко. По кайфу. Ну да. Куда все делись? Никого не вижу отсюда, прям вообще никто. А не как труп, я вижу. Самое, я еще могу сдохнуть, это этот момент, когда боты выходят на поджигатель. Так главное, что носов не активировать. Да, ну, блядь, наверное, все же знают, где проходили. Я вот только бой, знаешь, когда вот только начало волны, вот... Меня это, в конце бесит, когда снайпера убивают через стену, блядь. А, да, это тоже опасно. Где пораскинем, да и все. Патроны, здоровье. Не, блин, раза 4 так точно убивали. Последов, встаньте, ребят. Медик. Ну, возить собирается. А. Второе, что у меня кабель сразу. Не, может быть, и это будет полностью. Успешно, да. Да, вот. Я упал, дергай. Ну чё у тебя такое-то? Ну,
сказал, зачем? Дернется. А, он дернутый, кстати. На экран поведешь? Эх, я ватный, но ладно, пофиг. Я отойду. Может, я не отойду, может, я не отойду. Угу. Не страшно просто. Яра, а чего у тебя такое? Чего ты не можешь делать? Ты просто идешь в него, но не дергаешь. У тебя баг какой-то? Ну, не дергается, не забагался. Не, просто у тебя такое два раза, я смотрел, ты дергаешь, у тебя два раза почему-то. Ты по нему шел, хотя это бы мог свободно дернуть почему-то. Хотя... Ну, дважды на тех судах я не смог понять. Просто... Да, это... я прям это видел. Багается. Все, что не поделать. Главное сейчас выжить, просто главное сейчас выжить. Я долго ломала голову, зачем Аберон рискует всем ради этих роботов. Это элитная ватная броня. Сегодня после расшифровки данных пазл собрался. Вы будете удивлены, я обещаю. Да я бы его пошел, блядь, пиздец. Меня всегда требует, понимаешь? О, тупо убрать инстанции, ты берешь что-то с турели, не будет суть никак. Че, лево, это. Право? Право. Давай. Разница, можно даже всем налево. Тройки пойти и все. Страшно. Только я между вами стану, чтобы не били. Бучковый. Да у меня уже броня, понимаешь? Я сам боюсь. Ну у тебя хоть броня регенится. У меня ни хрена. А ты в чем? Я в оборотне. Ну тип. Я 50 раз в оборотне на ноль проходил. Забавно, а не забавно. У тебя, я не знаю, команды там, все, блядь, быстро, где-то ничего не там нажимали хотя бы. Как, блядь, понять, забагом или нет? А, когда, пути, когда на тебя огонь идет, ну ты его можешь взять. Типа, когда знаешь это, вроде... Да это не будет. Помню, не забагом, тишина не. Сука, нихуя его захватил. Ну, ближе к этому. Видите, ребят, там сюда ближе, сюда ближе. Че, туда ушел? Да, он ушел. Поджали. Поджали. Потому что штурмовик настолько ушел, поэтому он туда не. Конечно. Под стенку становится. 90. Так куда вы идете? Слишком близко. Да, ребят, сюда. Чуть в жопу не спалил. Я такой, знаешь, я такой смотрю, и там как большой. Потом как следа вольнем сразу. Штурм прожми, штурм прожми, прожми. Совсем он зажимается. Ну так а уж штурм-то есть, да, я там призрак пользуюсь. Слепо готовьте, слепо, слепо, слепо. Прикройте меня, ребят, прикройте, пожалуйста, я фу, прикройте, мать вашу, прикройте. Беги. Бегу. Ну, походу, ну, ноль. Дай бог, чтоб сейчас не выкинуло. Ой, дай бог. Эй, боженька, если ты есть, сделай так. И так и выкидывает без крыльев, блин. Помолись, господу Хаймзону. Ага, как-то...
перед вами технология, которая навсегда... О, от ХЕшки в сторону! Седы управляются операторами! Повторяю, седы управляются операторами! Спасибо всем, ребят. Надо слепо кинуть. Страшно, вырубай. Чем мне делать? Седы обеспечивает нейрокоммуникационное взаимодействие оператора с его седом. Ты ветеран ПВЕ, да мы тебя не видим. Такой себе видос получится. Да, ну бану ноль проводим. Ну я пытался поднять. Мне страшно. Особенно с последним стелсом. Блять. Я испугался, я стрельнул. Да. Слушай, что, ты, слушай, знаешь, сколько раз было за того, что меня медик сейвил, понимаешь, ты не представляешь себе. У меня было писечка хп, меня до хереща раз медик выручил. Вот медику реально респект и уважуха. Ребят, первый проход, первый ноль. Бля, я сейчас на ногах нахуй все пальцы перекрещу, чтоб не выкинуло. Че, может еще раз ходим? Можно, можно еще и Припять сходить, в принципе. У меня, кстати, такой прикол был, что... Этот... Ребят, знаете, вот когда у меня утка, но я не прошел ни разу, потому что мы сходили два раза, и два раза в конце опрокинулся челик, который дергал. Сейчас выкинет. Вот и все.